Здравствуйте, кто снова на моем канале. Он залил дверцы лаком, подспел вишню. Бар на кухню собираю. Ну что тут решил снять. Телефон, правда, только под рукой. Не знаю, какое качество будет. Дверцы уже собраны, закрыл бумагой середину, там же есть вставка. Вот, как говорят, мебельщики залачил. Не знаю, смотрю сейчас, лак понемногу начинает проседать. Плотную заливочку сделал. Бар домой собираю. Буковый. Вот такая буковая дощечка. Сначала хотелось из таких из сосновых досок собрать. Вот они. Что делается? Отказался от этой мысли. Не знаю, сам бар уже отвез домой. Осталось дверцы вот только. Сейчас посохну, заберу с собой. Потом сниму целиком бар. Под подоконником он будет находиться. Ну все, всем пока.